Сегодня попробовали все доски, две модели Voyager, Ride 10.8 и Sport 12.6 новые. Есть новые технологии, есть нестандартные для нас размеры, что понравилось, что не понравилось. И решение еще новое. Рассказывай. Мне понравился очень задранный нос, вот эта новая технология Red'а, не знаю, как на Voyager, да? На Voyager. Мне показалось, что она добавляет жесткости доски. Вот. Ну, там же стрингер продольный. Ну да, вот этот стрингер, наверное. Наверное, лучшая доска для путешествий – это Voyager 13.2, это для меня. Сегодня ее попробовал. Вот эти нестандартные два фина. Они добавляют курсовой устойчивости, мне очень понравилось, вот. И плюс, как говорит производитель, удобно грузить доску на берегу. Наверное, это так, потому что доска стоит двумя финами плотно, никуда не шатается, фины не сломаешь. Как девочки, давай расскажем про доски Red Pedal. Все правда. Все правда. Мужчины тут навыпендривались, а мы скажем, как нам было. Но, честно, было страшновато, потому что волны. Доска устойчивая, угу. Не упала ни разу, побаивалась то, а что упаду. Ты на какой каталась-то, расскажи? Я на широкой каталась, вот самой, на которой мы сидим, да, на которой мы сидим, 10.8, доска устойчивая, комфортная, вообще как на плоту. Для меня вообще фаворит Red 12.6 Sport. Текущих моделей, правильно? А? Из текущих моделей. Из текущих, которые... да, из текущих, да. Это из того, что мы тестировали. Доска быстрая, ну, не знаю, очень скоростная. Для соревнования любительского уровня, наверное, одна из лучших будет в следующем сезоне. Мне кажется, она стала немножечко пошустрее за счет вот этой вот новой штуки в хвостовой части. Да, ну, типа сброс воды. Да, Вполне возможно, да, скорости какой-то добавляет, но... Реально, когда на волнах волна догоняет, ускоряет, доска ускоряется, очень здорово, мне очень понравилось. С учетом того, что у нас были весла с нейлоновыми лопастями, которые, ну так, для людей, которые нормально гребут, быстро гнутся, то, в принципе, доски, ну, хватались за все волны, мне тоже понравилось. Слушай, а ты же вот владелец доски Red Pedal, да? Да. У тебя какая доска? 10.6, поменьше немножко. Поменьше. Но тоже очень устойчивая. Угу. Ну вот если их сравнивать, там что-то изменилось с этим годом? С новым. На этой как-то увереннее. Наверное, потому что она побольше. Может, потому что побольше, да. Но надо сказать, что я и то особо мало на ней, мало я катаюсь. Угу. А сейчас вот хочется больше. Доска 10.8, ну, опять же, мне кажется, для нас это доски очень большие. Вот. Мне показалось, она неустойчивая. Да, но при этом, ну, мне кажется, неустойчивая чисто потому, что, ну, как бы мы пресноводные жители и, в общем, особо в таких условиях не тренируемся. Но я бы, наверное, не стал там на вес 80 килограмм покупать себе доску там 10.8. Но... Мне кажется, излишне. Да, да, да. Слушай, а как тебе внешний вид досок? Вот это девочкам тоже важно. Цвета красивые на самом деле, статусные. Я как стилист могу сказать. Ну, поэтому, да, круто. Да. Тогда рассказывай. Да. Такие темные, приглушенные цвета на самом деле идут практически всем женщинам. Нужно смотреть по стилистике. Они более статусные, если вы хотите больше рост по карьере, соответственно, вот такие цвета. Холодные, синие, отлично, не зря у нас, да, мужские костюмы, как правило, такого цвета идут. Но женщинам очень идут такие цвета. Можно попробовать. Да, men's style, да. Не совсем. Нет. Просто чаще мы почему-то одеваем более светлые тона, да, и нам кажется, что мы, может быть, так легче выглядим. Но на самом деле, если сравнить два тона, то более темные тона, они дают нам больше свежести, как ни странно. Да, потому что у нас тогда элегантности, овал лица четкий. Вот если сравнить два цвета возле лица, то сразу видно, что более темным цветом мы становимся ярче. Ну, конечно, это не всем индивидуально, но в большей части, я вот сколько тестировала, в большей части темные цвета идут.
вот так, случайно так на пляже мы встретили стилиста, и он нам рассказал всю правду про дизайн досок Red Pad. Мне показалось, самый быстрый, самый устойчивый для меня была доска Voyager 13.2. Несмотря на то, что она получается здесь самая узкая, наверное, за счет двух финов и за счет вот этой новой штуки в носовой части, V-HAL называется эта технология, доска реально вот в такой чоп для нас пресноводных нетипичный, в принципе, все достаточно спокойно проходится, доски разгребаются, идут быстро. Слушайте, да, да. Я тоже каталась, причем на всем, на всех досках, и сегодня, правда, ну такое все весьма штормовое, а для моего уровня катания он такой себе тоже средненький, дамский. Хочу сказать, что, конечно, 10.8 очень устойчивая была, и вот мне на ней реально получалось серфить, то есть поймать волну и скатиться. А на 12.6 досках и на 13.2 у меня это не получилось. У меня волна все время проскальзывала мимо меня, и как я там ни старалась, не получалось у меня на нее запрыгнуть. По устойчивости, в принципе, все доски мне показались устойчивыми достаточно. Но вот полицейский разворот я не смогла сделать ни на одной вообще на этих волнах. Полицейский — это как? Ну, это когда вот ногу на тейл ставишь и... Вот ребят, у ребят получалось, они крутились, вертелись. Я на флете тоже это умею делать. Но сегодня я как ни пыталась, у меня не получилось. Введение интересное, доски реально быстрые, реально жесткие. Поэтому всем советую. Ну, про минусы, может, скажем. Не то, что минусы, на мой взгляд, минус. Давай. Я бы сказал. Вот эта система, по правде говоря, да, новая, на первый взгляд, мне кажется, ерундой полной. Вот. Благо, что можно снять и поставить обычную карго-веревку. Ты про карго, да, новый? Да. Может быть, я ошибаюсь, да, но мне кажется, это будет не очень удобно. Вот. Это такие вот на первый взгляд. Мне кажется, это будет не очень удобно при использовании, когда ты будешь крепить маленькие вещи, например, бутылку воды или ботинки какие-то, они могут выскальзывать, потому что нет вот этих углов скрещенных. Да, ну, опять же, правильно сказал, что можно добавить обычную карго-резинку и совершенно спокойно. А еще мне показалось, что на Voyager'е в прибой заходить было очень легко, видимо, за счет действительно этих двух плавников и, значит, вот эта система с углубленным носом, то есть прямо она разрезает волны, и в отличие от 10.8, от кругляшки, да, прогулочной, было существенно проще. Но вот в обратную сторону кругляшки 10.8 шла лучше, потому что она ловила волны, а Voyager не ловил. Но это у меня. Ребята рассказывали, что они ловили нормально волны, но, видимо, опыт не пропьешь. Понравился, кстати, еще Лиш. Очень такой плотненький. Прямо, ну, берешь в руки, маешь вещь, как говорится. Да, очень классный. Приятно прям цеплять было к ноге. Приходите кататься в Sub Club на досках Red Pedal. Я думаю, вам понравится. Понравится, точно. Всем спасибо. Пока.